В городах Чувашии проходят ярмарки «Дары осени». Сельчане продают свою продукцию без посредников. Для торговли организованы специальные площадки, работающие в основном по выходным. На стационарных рынках торговля тоже идет достаточно бойко. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев побывал на московском рынке, чтобы узнать, как реализуется продукция и с какими проблемами сталкиваются местные производители. На этом рынке вот уже много лет можно купить все необходимое прямо с грядки. Морковь, капуста, яблоки, грибы и даже фасоль. Все свежее и натуральное. С раннего утра здесь всегда полно покупателей и неудивительно. Цены на рынке значительно ниже, чем в супермаркетах. Надежда Семенова работает здесь уже много лет. И неделю один-два раза успеваем ходить сюда продавать. Торговля хорошая здесь, нормальная. И это покупатели очень довольны, что мы свежие продукцию привозим. В общем, довольны. Одни же и те же приходят к нам, уже знают. Места для реализации продукции предоставляются абсолютно бесплатно. А сами сельхозпроизводители поддерживают чистоту и порядок на рабочих местах. Рынок работает ежедневно. Однако жители микрорайона и сами аграрии переживают, что его могут закрыть. Никогда и не планировался здесь рынок закрывать. Только будем создавать условия, создавать новые места. Этот рынок только будет развиваться. И для горожан такие мини-рыбки, они необходимы. Здесь даже разговора нет. Приезжайте, продавайте спокойно, без каких-либо психологических страхов. Да, на радость нам. Вот и все. Вон яблоки деревенские какие. Красота просто. Успех вам всем.